Вообще просто удивительно, в общественном мнении это как бы чуть ли не год застоя, да? Но если объективно посмотреть на вещи, масса революционных событий произошло именно от власти. Это и изменение принципа избрания Государственной Думы, это и перевод денег будущих поколений, вот этих резервов накоплений, в фонд, который уже будет не американцев снабжать, да, а идти на наши инвестиции. То есть нас, это и... Ну, мы же не ожидали год назад, что, может быть, мы сейчас хотим, чтобы было еще жестче, но мы не ожидали год назад, что будет такая активная действительно борьба с коррупцией со стороны власти. Мы же видим уже, что полетели достаточно высокие головы. И это все в течение года. Поэтому говорить, что, так сказать, ничего не произошло, ну, это значит считать, что произошло, это когда на улицах стреляют и бегают с флагами вооруженные люди.